У них есть крылья, и каждый по 3 сантиметра. Вот такие соседи появились во дворе дома на улице Университетская набережная. Ничего себе! Вообще капец. Видно? Видно. Они летают же. У канализационного люка рядом с домом целое пристанище для тараканов. На кадрах видно, что место просто кишит вредителями. Люди обеспокоены, что тараканы заполонят их дома. Жалобу коммунальщикам уже отправили.